Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру DC World Collide. Так, ну что, забираем с тобой 5 коллекционных карточек. Эх, Константин, скоро мы тебя получим, я так понимаю. Через буквально 4 дня. Ну что, карточки мы взяли, давай идем в Motherbox и открываем. Поехали. Может, кстати, было 10 сразу характеристик нажать. Но мне кажется, так будет интереснее. Так, и кто нам выпадает? Обычный солдафон. Опа! А это кто у нас? Хантресс. Охотница. Да ладно, Куин. Вот это я понимаю, друзья мои. Харли Куин нам выпадает. Так, это у нас солдат-амазонка. Такого мы видели. О, дубликат на Куин выпадает. Дубликат на кошку. Так, а это кто? Воу. Это у нас читах. Неплохо. И еще. Слушай, ну сегодня фартовый денек у нас. Ты посмотри. Это капитан Бумеранг. Я такого даже не слышал, ребят, если честно, о каком-то капитане Бумеранге. Еще один солдат Амазонки, но тут уже с луком. Так, капитан Бумеранг. Опять капитан Бумеранг. Огнеметчик. Угу. Опа. У него ни рта, ни глаз нету. Кто же это такой? Человек-загадка, квест. Загадочник, одним словом, да? Воу. А это еще кто такой? Mirror Master. Так. Франкенштейн. Опа. Крутой чувак, по ходу дела. А это у нас Дэдшот. Ну, конечно же, как-то я его не узнал. Но он, на самом деле, не похож был. Давай-ка мы еще, наверное, немножко паролим. Так, это у нас Кинг Шарк. Это, опять же, у нас Дэдшот фрагмент выпадает. С Амазонка. Загадочник. Капитан Бумеранг. Бэтгерл. Опять Дэдшот. А это кто такой? Тоже, у нас слишком много солдатов этих амазонок. Разных модификаций, я смотрю. А это еще кто? Лабораторный робот. Все, ребята, кристаллы закончились. В общем, принимаем, да? Ну, слушай, мы сегодня нахватали с тобой приличное количество новых персонажей. Давай-ка заглянем, наверное, на почту. Что нам тут? Ох ты, 20 карточек на Бэтмена дали? Ты серьезно? То есть я могу его качнуть. А здесь мы забираем с тобой награду. Тут скидки 20%, но это нам... Вот, кстати, можно купить шлем. Кстати, это на разных, ребята, на разные классы. Да-да-да. Архивы. Файлы характеристик. Да, круто. Бойцов у нас нормально. Блин, как же бы мне хотелось бы почитать. Твою налево. Может быть, ребята, русский язык появится, но сомневаюсь. Бесплатная коллекция. Я вот теперь даже не знаю, кого, ребят, прокачивать нам в первую очередь. Вот серьезно тебе говорю. Так, подожди-ка. Нет, это не то. А я забрать не могу ничего в данный момент? Нет, могу тут только забрать. И ежедневная миссия. Хотя, постой, тут что-то где-то... А, вот. Сундучок. А что же здесь я могу забрать? Ага, вот эти вот. 100 кристаллов. Так, новый сервер. Так, ивент на новом сервере. Кстати, смотри, здесь у нас будет Бэтмобиль. Вот это я пока не знаю, что такое. Видимо, еще не активно. Так, кошечка что-то стоит у нас тут. Ага. Потом получим с тобой вот эти вот гайки.
Так, что мы здесь можем сделать? Угу. Бесплатно. То есть это мы можем с тобой получить. Да? Так я понимаю. Чего-то не хватает. Или подожди. Если, например, сделаю так, это я их типа отправляю? Слушай, точно, смотри-ка, я могу выбирать персонажей на выполнение заданий. Кстати, у меня есть еще один новый персонаж. Так, отправили. Значит, тогда и сюда отправляем, а что? Мы все равно ничего не теряем от этого. Вот и все, и пускай они там ходят. Так, здесь у нас что? Понятно. И вот хотелось бы мне понять, как вот открыть, что для этого все-таки нужно. Где-то нам нужны вот эти вот чертежи, а вот где они пока получаются, я не знаю, не видел. Так, в магазине. Что у нас тут в магазине? Ну, понятно. Еще выполнил. Ну, пока тут, видимо, шоркался, еще одну женевку получил. Давайте тут еще возьмем сундучок. Так, ну что, у нас, в принципе, предлагают идти дальше на миссии. Но я смотрю, тут что-то у нас какое-то... Я уже могу забрать? Так, это же карточки. Карточки суперпризова? Серьезно? Нет, это обычного призыва. Ну, давай посмотрим, что нам может еще выпустить. 5 карточек, ребят. Потенциально 5 персонажей. Оу! Робин, что ли? Блин, Ред Робин, ребята, прикинь. Ух ты, а это ж кто такой? Фига себе. Клайфейс. Обалдеть, ребят. Нифига, это же этот, как его? Скажи мне, я скажу, ну, скажи. Конечно же, Блэк Манта, конечно же, ну как я мог забыть? Блин, вот это круть, ребята. Вот это круть. Вот это мы наполучали сегодня персонажей. Обалдеть. Блин. Классно. Фух. Я ж прям весь под впечатлениями. Ребят, смотрите, у нас персонажи какие. Вот, кстати, вот этого персонажа вы не видели. Я его получил без вас. Зашел в игру просто ежедневку забрать. И вот мне дали эту девчулю. Так, сколько у нас легендарных карт? 2, да, получается, пока? Я вижу 2. То есть это Бэтмен и Starfire. Автоэквип. Отлично. Что? А, это можно еще затачивать, что ли? Так, подожди, я не понял. Не хватает... А, не хватает... Понял. Ну а левелап-то можно же поднимать? Starfire. Так, открываем. Что-то новенькое у нас тут открывается. Старшин. Так, давай-ка посмотрим. А карточек-то у меня и нету. То есть ты можешь слить, но я, естественно, этого не буду делать. Лишнего пока у меня нету. По скиллам. Вот он, да, скилл. Это новый, который у нас открылся. Повышение. А повышаем ранг мы, оказывается, с тобой за счет вот других карточек. Так, допустим. Так, Бэтмен. Тоже так же, типа, его можно. Блэк Манта. Блин, я хочу посмотреть, ребята. Что за резонанс. Значит... С дедшотом. И... Я не помню, как тут девчулю звать. Блэкмант, он всегда был у нас, ну, типа... Дамагера. Так, прокачаем его до 20-очки. Ага, только 11 уровень. У меня хватит хоть опыта-то? Нет, больше не хватает книжек с опытом. Ух... Да, сколько же у нас прикольных всяких чувачков появилось. Надо опыт, надо книжки опыта. Так, ну что, ребят, тогда давайте, наверное, будем переходить
поединкам. Мы остановились на 2,7. Выбор команды будем менять, интересно, или нет? Уже не будем. Хотя, подожди. Что, если я поставлю Black Manta сюда? К примеру, поставим... Фига он. Крутыш. Black Mirror, да, этот? Давай посмотрим. Команду я взял. Сразу защита. Само собой разумеющееся. Эх, Манта. Ну, он, правда, ребята, слабенький пока. Вот этот сейчас врежет. Сразу минус один. Так, Black Manta добил. Что? Что там за суперудар у тебя? Фига, он лучом пронзил. Да куда ты лезешь-то, хлыщ ты недоделанный? Да, топориком рубит, конечно, не кисло. Но тут все отлично, ребята. Победа. Следующая стадия. Погнали. То есть я не могу, что ли, вот поменять, если сразу переходим на следующий уровень, да? Я даже пока не могу определиться, кто из них лучший. Кто лучший танк, кто лучший боец. Это все, ребят, со временем придет. Нравится мне, что вот наш капитан Лед делает вот эту вот защиту. Это, конечно, круто. Опять лучом. Луч этот, конечно, вообще прикольно пробивает противников. Ах ты, зараза мелкая. Ты посмотри, что творит. На тебе лучом замораживающим. Вот. Ты-дыч. Такой чё. Так, следующий уровень. Опа. Анти-Бэтмен, друзья. Ох, ничего себе. Он понизил нам защиту. Вот что я тебе могу сказать. Но мы повесили на себя щиты. Что, что, что? Ух, ё-моё, ребят, так... Блин, сейчас капитан он накажет. Так, минус один. Так, а он что? А, он замороженный, да? Сейчас ведь добьет. Что это он сейчас защиту каких-то странных вещей там наделал? Все, капитанша упал у нас. Так, а теперь Бэтмен. Ну, посмотрим, хоть что ты делаешь. Ты понял? Короче, указал цель, и все начали его бомбить. А ты что делаешь? Я манал. Смотри, ему просто не прет, чучку. На, на. Ну, Black Manta, понятное дело, наносит мало урона, потому что, ну, сейчас кого-то еще ушатает. Ау. Потому что эти бойцы у нас не прокачаны ни первого уровня. Ну, Black Manta, давай. Отлично. Такой взрыв там. Ух, ё, 300 крест. И еще и этот получили. Так, дай-ка я вернусь. Мы получили один билет. Дай рискну. А вот что-нибудь выпадет нам. Ну, может быть, дубликат выпадет, кстати. Ох, киса. Блин, бойцов очень много хороших. И вот как мне вот успеть за всеми и там прокачать, я даже не знаю, ребят. Так, что-то в магазине у нас тут есть. А вот это что такое? Купить. А, это ты каждый день будешь получать кристаллы, да, если ты купишь? Я понял.
Ну что, давай, наверное, прокачаем, что ли, кого-нибудь. Вот это вот мне все-таки интересно знать. Это я сливаю дупли или что? Наверное, дубли. А если я, например, возьму того же самого автоэквип резонанс, теперь он с капитаном бумерангом может. Атака плюс 4% и защита 2% идет. Ранг ап. О да, мы повысили ему ранг. Такс, ну неплохо. Скилл. Так, ребят, прокачать до второго уровня, да? 32% дамаг. А это открывается на 22 уровне. Офигеть. Всего 3 скилла. А у легенды сколько скиллов? Опа. Открыли новый скилл. Открыли мы ему новый скилл. Вот он, да? Психическая атака. Так, подожди секундочку. Я хотел, знаешь, что глянуть? Если повышение ранга. Вот. Кто имеет у нас? Кошка. Так, Франкенштейн. А я могу ему поднять ранг? Да. Да-да-да, ребята, поднимаем ему ранг. Левел 2, базовая атака. Прокачивается у него. Отлично. Так, у кого там еще пока... Вот здесь, да, по-моему? Поднять ранг. Ранг ап. Ух, красавица. Скилл 2 уровня. Резонанс идет с капитаном Бумерангом и с Блэк Мантой. А здесь что? Здесь тоже резонанс. Женщина-кошка. У тебя резонанс идет. Как ее звать, я уже забыл. ХП 8% у нее вместе с ней идет. То есть здесь идет синергия еще. Тоже типа можно повысить ранг. Куин. Где Куин? Я хочу посмотреть. Там, походу, можно ей поднять ранг. Да. Ага. Замечательно. Замечательно. И скилл до 2 уровня поднимается. Так, ну это вот точно должен быть повышение ранга. Кто-нибудь знает такого капитана Бумеранга? Я вообще первый раз вижу его, если честно. Еще могу ранг поднять. Фига, раз, два, три, четыре, пять. 5 звезд. Капитана этого, прикинь, Бумеранга, 5-звездочным он стал у нас. Скиллы не кисло прокачались, я тебе скажу. Так, с дедшотом идет и с капитаном Миррор. Миррор, я так понимаю, это капитан зеркала, что ли? Ранг ап здесь. Прям, ё-моё, такой стрелок, есть 4 звезды у него. Скилл до 2 уровня прокачивается. Повышаем пугалу ранг. 4 звезды. Скилл до 2 и резонанс. ХП 4%, атака 4%. Я обожаю, когда по 2 идет скилла. Ну, по 2 повышения, по 2 повышения идет. То есть синергия тут капитальная получается. Так, здесь тоже отмечаем. Я не знаю, что вот этот чувачок делает, но наверняка что-нибудь прикольное. Человек-загадочник. Зеленые вообще, они тут даже, ребят, не фигурируют никак. Он с пугалом и с женщиной-кошкой. Синергия, такой чувак какой-то песочный. У него два ряда зубов. Какие-то странный такой чувак. Страшно безобразный. Так, прибавляется еще одна резонанс. Да что такое-то у нас?
ставим, ставим, и они все не кончаются. Ну, пока вот так вот, ребят. Кошка. Опа, забираем с тобой детали. Ну что, погнали дальше? Ага, перелетаем. Перелетели с тобой вот сюда вот. Новая лока. Здесь можно получить вот такие вот, ребят, награды. Ну что же, давай смотреть. Ага, амазоночки. Давай-ка я, наверное, кое-что уберу и кое-что замещу. Квин. Блин, она у меня не прокачанная. Ладно, Бэтмен. Этого уберем. Блэкмант уберем, поставим, наверное. Так, так, этого убираем и ставим. Десятый, десятый, он четвертого уровня. Это эпик. Я хочу посмотреть, как Куин. Какая пришла. Файт. Давай смотреть. Ну, это понятно. Этот сразу начинает с щитов. На тебе, колотушки. Тыщ, тыщ, нормально. Да куда вы, амазонки, лезете-то, ё-моё. На, ну, Квин слабо бьет, потому что она не прокачана, ребят, поэтому. О, Старфайр сейчас шмальнет. Изично. Изично, друзья. Так, можно даже, наверное, ускориться здесь, да? Тут автобой. А у нас включен автобой-то, кстати? Да, включен. На. Ну, Бэтмен вообще на изи разбирает. И Старфайр это тоже. Гасить не пожалуйста, не по-детски. Ага. Так, первую скорость врубаем. Хочу посмотреть, как мы с ней, что она делает. Она у нас Хантерс, да? Ты видел, что Бэтмен делает? Он выпускает два батаранга. Это вот новый скилл, который мы ему прокачали. На. Блин, ну. Что? Напоминает мне Карайку с копьем. Ух, сейчас всыпет Тони. На. Да, Франк, конечно, наяривает, будь здоров. Круто. Слабовато будет Куин. Своим суперударом. Все, он накажет ее. Поверь мне. Против этого удара не устоять. Миссия выполненная. Что? У нас появился новый транспорт. Airship. Так. Гайд. Что-то... Ага, я должен пройти. Так, 2000 опыта, коллекцию забираем. Здесь тоже выполнили. Шлем. Так, это тоже 20 тысяч монет. Сундук. Еще 20 тысяч монет. А, это то, что вот мы проходим с тобой. А вот это, наверное, все-таки платный. А, нет, подожди, 3,9. Это миссия 3.9, нужно пройти 3.12. А вот это что такое? Пока это не закончено у нас. Окей. Понял. Так, заглянем здесь. Еженедельные. Характеристики. Повысить ранг. Так, Куин. Дедшот. Так, а я разве не смогу им поднять? Квинк, какая-то Квик Квин. Нет, 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 снимай.
Блин. Снять уже не смогу, да? Или смогу? Смогу. Я просто к чему это сделал? Может быть, здесь все-таки надо будет автоэквип. Нет, уничтожа. Давай поднимем ей ранг. Максимально. 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 И здесь. Ну-ка. Угу, это пассивка, кстати, у нее здесь. То есть у легендарных персонажей повышается не за карточки, а за счет других карточек. То есть мы сливаем с тобой карточки от персонажей. Автоселект вот так вот делаешь и все. А здесь надо будет, ну, я понял. Вот принцип прокачки я понял. Единственное, что мне интересно, это... Повышаем ранг. Тоже пассивка, друзья мои. Пассивку мы какую-то открыли. Второго уровня. Резонанс. Чем больше персонажей у нас, тем больше синергия. Надо будет как-нибудь команду создать хорошую и посмотреть, как они будут по синергии работать. Если я ему прокачаю уровень. Так, один, ну, 10 уровень. Ничего не открылось новенького, да? Так, вот теперь открыли. Непонятно, что это такое там. Это 20 уровня, скилл. Оу. Так, ну что, тогда, наверное, стоит заморочнуться и посмотреть. Вот что мне еще нужно, ребят. Ну, конечно же. Робина-то как же не глянуть-то? Робин обязательно нужно глянуть. Так, я, наверное, пошел дальше. Погнали. Что мы можем убрать? Заменю Куин на Робина. Так, еще я что-то хотел глянуть. Вот. Четырехзвездочного капитана бумеранга. Давай-ка вот так вот уберем. Блин, он боец. Слушай, а что такое крест? Там все бойцы у нас. Давай так посмотрим, что у нас из этого может получиться. Так, ну понятно, защита. Угу. Ух, сейчас поджарит она их. В плане, она что-то ничего не сделала. Я капитаном... Я капитана бумеранга даже не посмотрел, что он там делает. Не успел. Давай следующий тогда этап. Мне даже не показали, что он делает. Этого понятно, этого показывает, что он может. Так, сожгли. А, он бросает бумеранг, все, я увидел, ребят. Ну, если честно, слабенько как-то он. Хотя у него звезд дофигища. А, так у него уровень третий. Че я от него хочу? О. Ну, такое себе, если честно, да? Не супер, конечно, мощный удар. Ого, вот это ты хорошо сейчас врезал. Правильно, защиту. Видел, как бумеранг он? Тюх, в круговую. Минус одна амазонка. Минус вторая. И сейчас этому влетит по полной программе. На. Ох, Бэтмен, с ним лучше не шутить. Слабо ты как-то бьешь, капитан бумеранг. Слабо. Возможно, из-за того, что он всего лишь третьего уровня.
Подожди, это не третий уровень, это что-то другое обозначает, ребят. Опа, посмотрим. Неплохо тогда, двойную атаку бумерангом сделал. И наказали. Starfire. Ох ты. Мы получили пояс. Evil File. Что за... Что это такое у нас? Evil File. Ага. А это, ребята, антигерои, как я могу понимать. Зеленый фонарь. Первый уровень. И что я должен сделать? Это Дедшторм. Ну давай попробуем с ним подраться. Я не знаю, сможем ли мы здесь выиграть. Это типа босса, что ли, идет? Так, дай-ка я, наверное, вот тут. Блин, 21 уровня. Фига он вылез. А Блэкман-то у меня 17 уже уровня, оказывается. Ну что, проверим, друзья, как у нас тут пойдет. Это босс. О, да. Я представляю, сейчас мы как мы пыхтеть-то тут сейчас будем. У него 5 полосок ХП. Фига себе, вмазал. Это первого уровня босс, вы серьезно? Ты посмотри. Да ну, это жестко. Это я тебе серьезно говорю, это жестко. Посмотри. Да. Нам бы его как-то задебафить. Вон, смотри, у него скиллы наверху. Вот они вот. Нам бы его как-то задебафить бы. Это что ты сделал такое? Ать. Это защиту вокруг себя послал. Блин. Мне не нравится вот это вот все. То есть он, по-моему, запретил нам лечиться или еще что-то в этом роде. Так, вешаем защиту. У него еще тут полоска ДНК копится какая-то. Или наоборот отнимается. Слушай, мне кажется, я рано сюда пошел драться с ними. С элементами зла, с этими. Или просто взял противника не по зубам для себя. Ёк-макарёк. Минус боец у меня был. Starfire, к сожалению, у нас отдуплилась. Давай-ка, наверное, вторую скорость поставим уже. Что-то мне подсказывает, шансов здесь выиграть вообще ноль. Вот на данном этапе нету шансов выиграть. У него, видишь, скиллы откатываются. Нифига он бомбит. Опять массовая атака. Хотя мы его и заморозили уже, и поджог на нем висит, а ему все равно по барабану на это все. Блэк Манта погиб. О-о-о-о-о-о. Бэтмен и остается грязевик. Тебе не кажется, что он в конце слишком психанул? А, тут вот как мы получаем. Чуть-чуть, друзья, нам не хватило. Чуть-чуть. Подожди-ка секундочку. Слушай, ну награды все-таки дают. Так, погоди. Я кое-что хочу. А вот это что? А, это закрыто. Может быть, я просто зря взял этого? Давай, может, попробуем вот с этого, например. Джонни Квик. А, мне нельзя пойти. То есть вот... Этот самый первый у нас получается. Это самый первый. Я его не смог завалить. Ну что, я предлагаю, ребята, подкачаться чуть-чуть и навалять ему.
Чё он думает, что папа Рэй не сможет его заварганить? Ну, возможно, не сегодня, конечно, но заварганить все равно мы должны. Мы обязаны его победить. Travel Guy. Ага, вот, все-таки. Вот что это за жетоны? Интересно, ребята. Они для чего-то куда-то нам нужны. Какая-то загрузка идет. Надеюсь, не зависла игра, а? Кажется, зависла. Нет, а, реконнект. Так, здесь тоже забираем. Че, не даете-то мне? А, понял, не прошли мы еще. Да куда нужно? 4.21, если проходим, мы дальше продвигаться будем. Что-то получили или что тут у нас? А, вот оно что, ребята. Вот они, эти жетоны, и теперь мы можем себе покупать. Но я думаю, что вот рацию вот эту вот, это для наших бойцов. Купим. Характеристики. Блин, я даже не знаю. Не, ну надо, наверное, качать наших уже бойцов, раз уж мы начали. Так, автоэквип. Оу. Вот смотри, у нас все. И что мы можем сделать вот это вот? Ничего? Че, у нас трехзвездочный всего лишь? Бэтмен трехзвездочный, ё-моё. Ну это никуда не годится. Трехзвездочный Бэтмен. Так, подожди-ка, это коллекция? Сейчас. Продолжаем прокачку. 31 уровень. Вот это все забираем. Все, что у нас там накапливается, это все нужно, ребят, забирать. Тут 28 минут, а там час. Да что ты будешь делать? Ты не успеваешь одну взять, как уже другую открывается. Вот это там, что-то не пойму. Какие-то пробирки там на 2 часа. Ты видел активация? А где их можно посмотреть? Ага, вот, смотри. Использовать. Блин, и чего это означает? Вот это что такое? Ох ты, экипировку получил. Это где можно получить, да, я так понимаю? Максимально, давай 2. Ага, вот нам выпало. Карточки выпали, да? А вот что вот это же можно заюзать? Да, ребята, это на 2 часа дает нам повышенное использование. Ну, деньги, короче, дают нам. Также есть материалы, вот это что такое? Это ключ для использования открыть арена нечисти. Это, честно говоря, пока не могу понять, что. Но это для прокачки, фрагменты. Итемов пока нету. Итемы будут. Такс. Автоэквип, она, то есть, лучше ставит, получается. А что вот этот шлем вообще делает? Плюс 6 активности. Это все еще можно затачивать. Затачивается, я так понимаю, это все деталями, да? Определенными. Сейчас тоже уровень поднимем. Видишь, тут еще что-то закрытое. Какой-то, видимо, супер-пупер там, я не знаю, удар или что это такое. Так, а здесь эпик, легендарка. А как, например, мне пойти вот это вот сделать? Или это ты должен по прохождению в игре, у тебя должны автоматически уже даваться, да? Улучшения вот эти вот. Допустим, сделаем так.
Не хватает, еще раз говорю, ребят, русского языка. Так, давай-ка мы, наверное, уберем Бэтмена здесь. Ох, я даже не знаю, кого тут лучше-то. Ага. Погнали. Ну, здесь разберемся тут. Фигли, тут обычные амазонки, что. Серьезно? С одной плюханы. Ребята вырубили просто их сразу же. С одной плюшки. И все. Я думаю, что здесь то же самое будет. Сейчас она вжарит своим супер лучом. Все. Крутой чувак. Так, это мы прошли. Теперь что, 3-9 у нас? Ага. Враг. Starfire как раз здесь будет против нас. Вон она. А вот это что такое? На 6-15 что-то откроется вот здесь. Вот. Тут еще много чего будет. А, это боссик, смотри. 4 скилла. О, тройную скорость открыли, прикинь. Было 1, вторая скорость. И вот третью сейчас дали, только что. То есть для фарма это самое то, ребят. А фармить 100% здесь придется. Ну, в лупе и по полной. Что-то аж слишком как-то быстро. Ух, как она сейчас лучом бомбанула, ты видел? Миссия выполненная. Ну, тут можно на троечку поставить, тут ничего страшного нету. Надо быстрее все это. Мне нравится, как она лучом шпарит. Раньше она только один ряд пробивала, а теперь она пробивает все. И это очень круто, на самом деле. А ее можно как-то первой поставить? А в принципе смысл какой? Хотя нет, можно, наверное, ее первой поставить. Блэкманта в ближнем бою как-то вообще не айс. Будем честны, да? Вообще не айс. Так, вот если я, например, ать. Кстати, а чудо-женщина у нас, по-моему, нифига. Чудо-женщины у нас нету в коллекции, кстати. Что-то быстро как-то. На-на, получи. Вообще урона не нанес, блин. Ну, манта. Добьешь? Ну, хорошо, всыпал-то. Да, все, я их крышка. Сдулась девочка. Миссия выполнена. Опа. Так, 3-12. Это мы куда идем с тобой? А, 4-1 уже. Так, Бэтмен, ты что у нас тут? Повысить ранг? Можно ли? Тридцатка. Повышаем ранг. Это звездность, да, я так понимаю, ранг. То есть 4 звезды будет у него. Да, друзья, 4 звезды. Красавчик. А это у нас когда откроется? На каком? На 41 уровне. Ну, в принципе, 41 уровень, ребята, это не так уж и долго. Блин, кристаллов нету. Что там 41 уровень? Фигня какая-то. Бесплатно. Заберем. Что они еще тут мне показывают? И недельный бесплатный, да? Спасибо. То есть ежедневный бесплатный сундук и... Ой, подожди, это что такое? Но новинку я открыл. Кристалл. О, два билетика, смотри.
Пока не знаю, что я взял. Ну, понятно, тут монеты. Дальше. Подожди, что ты... А, это в процессе. Фух. Что же это вот это такое? Пока не знаю. Вот, 3-9 прошли. Забираем 2000 опыта. 3-12 тоже пройдено. Еще 2000 опыта. Замечательно. 4-9, по-моему, не прошли мы, да? Прошли? А, нет, не прошли, мы двигаемся еще только сюда. Куда мы там перелетаем? Угу. Это что такое? Ну, допустим, примем. Так, надо тебе, наверное, парень, чутко прокачать. А максимальный уровень, я смотрю, в этой игре соточка, ребята. Вот ты соточку это еще вначале получи. Открыли новый скилл. Не хватает нам камней. Опа. Опять, у него все на защиту, ребята. Все идет на защиту. Так, Black Manta, давай хотя бы. Какое-то копье открыли. Скилл новый. Возможно, будет кидать копье. Угу. 3 скилла у него максимальные. Ну что, погнали. 4-1. Так, это какая-то тюрьма. Видимо, тюрьма Готэма, может быть. О, не видал? Он бросил копье. Нажимает на кнопку, оно детонирует, взрывается. Отлично. Так, Black Manta нормалек, не подводит. Так, тут, наверное, ускоримся, да? Чуть-чуть. Да даже не чуть-чуть, надо по максималке ускоримся, пока до босса не дойдем. Так, подожди, это не тот Робин, который у меня. Это маленький Робин. Это из этого, знаешь, это мини-титаны, там такой же был Робин. Вот, мне нравится. Бросает, потом нажимает, детонирует это копье и взрывается. Так, а он как-то хил получил. А действительно, у нас вообще хиллер тут есть в команде. Смотри, защиту какую поставил. Фига ты там шпаришь, парень. Мне, конечно, хотелось бы пройти этих злодеев. Хотя бы одного злодея пройти было бы круто. На, мелкий Робин получил. Ух, женщина-пантера. Все, такая встала, села грустная. Вот, ребята, получили мы с вами. Опа, что-то новое у нас открылось. Бэтгерл и женщина-кошка что-то тут обсуждают. У нас еще дофига персонажа нету. Зеленого фонаря нету. Так, что тут у нас такое? Ага, открывается. Что это такое вообще? Гоу. Это Готэм. Ну, женщина-кошка. Это вот кто будет против меня, я так понимаю, да? Это, скорее всего, ребята, придумано для фарма карточек. Сейчас проверим. Если я ее побеждаю и нам дадут карточки, то это фарм. Ультиматум. А, подожди-ка. А, ну это форма. Ультимейт. Непонятно. И вот тут тоже еще пока. Ну, нужно пройти 4.15, чтобы это было доступно у вас. Проверим.
Ага, у них инициатива-то покрупнее будет, чем у нас, да? На! Взорвали его. Слушай, мне нравится этот Фрост. То, что он делает вот эту вот защиту. Так, Бэтмен. Ушатали мы ее. Манта сейчас начнет лучом. Вообще на изи разобрал Бэтгерл эту. Рэвидж. Ох, ничего себе у нее. Атака была, она первый ряд пронзила, а потом переключилась еще и на второй ряд. Следующая стадия. А это кто такой? Уже не важно. Уже отдыхает парень. А это кто, Дэдшот там, да, стоит? Хорошо-то как. Пугало отгребло свое. Кого ты подобьешь, манта? Замечательно. Пью. Проще простого. Следующая стадия. Так, Капитан Бумеранг. Две Бэтгерл. Ай. Ты посмотри, что творит, а? Через весь ряд? Ё-моё, его бумеранг через весь ряд проходит. Вопрос, а кто их захилял? А, никто, мы этого подбили уже. Но эти противники уже посерьезнее, посильнее. Слушай, ну Starfire хорошо жарит, ты смотри. Очень много здоровья отнимает. Половину, считай, да? А этот блок какой-то ставит постоянно. Грязевой вот этот чувак, он какой-то блок ставит. Ага, дудки тебе, парень. Смотри, не мота. Он вешает сайленс. Прошел? Блин. Грязевой готов. Его бумеранг отражается. Давай, 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 родная моя, вжариваем. Шарк. Блин, вот эта защита, конечно, крутая. Кровотечение еще повесили на нас. Ё-моё. Минус защита. То есть они дебаферы, я так понимаю, да? Особенно вот эта вот пантерка. Как он мучит хорошо своим лучом. Не успела встать. Падает, потом сразу же бомбим. Добьешь, наверное, всех, да? Да. Так, вернуться. Это мы... Ага, сколько тут всего? 15 стадий. И после этого мы получаем вот этот сундук. Пятнадцать, друзья мои, стадий здесь. Ты понимаешь? Крок, ну это трехзвездочно. И мне кажется, что они будут. Почему-то в таком ощущении, что с каждым разом все будет сильнее и сильнее. Тогда ставим третью скорость. Врубаем автобой. И сейчас быстренько попробуем эти 15 сундуков забомбить. Точнее, не сундуков, а 15 этих миссий. А там уже получим сундук. Блин, надо вот этого менять. Грязевого, потому что он мало атакует. Он больше стоит в защите. Поменять я уже, наверное, не смогу, да? Скорее всего, поменять я уже не смогу. Ох, ё, ты смотри. Я помню эту гориллу.
по Marvel Avenger. По игре по этой. Это же король там горил, по-моему, да? Блин, надо больше персонажей с массовыми атаками прокачивать. Вот что я тебе скажу. Пока у меня очень хорошо нравится именно вот Starfire. Очень хорошо бьет он своим лучом. Блин, сейчас смотри. То ли они крепче становятся, они уже наносят отличный урон. Блэк Манта почти погиб. Блин, да жестко. А че это вы первый-то? О, это кто такой? Так тут что за зомби-то? Это Супермен, что ли? Типа анти-Супермен. Ну он как Франкенштейн выглядит какой-то, как зомби. Ой-ой-ой-ой-ой, по-моему, сейчас ребята мне забомбят. Константин у него есть, прикинь. Фига, он все... Да что ты все время какую-то чепуху-то делаешь? Нет, тут, по-моему, проиграли. Оу. Слушай, а повезло, что он в защите был. Так, минус Константин. А вертолет мне напоминает из игры Strike Force. Там тоже, когда дерешься, вертолет всякий летает. Да ты оборзел, что ли, по три раза там бомбить? Я не знаю, сможем ли мы дальше пройти. Что-то как-то уже больно жестко. Крокодил тут. Они, смотри, они сразу вешают нам кровотечение. Сразу же. Ого. Так, защита. Хорошо, что он защиту поставил. Но они срубают ее практически сразу же. Фига себе, блин. Понижение чего? Атаки, понижение защиты. Блин, готов, погиб. Капитан Фрост. Зачем же ты сюда-то бомбанул? Надо было на задний ряд-то вшмаливать. Какой жирный, крепкий, это посмотри. Блокировку поставил. Но это его, наверное, не спасет. Я в шоке. Я в шоке, ребята, что тут происходит. Начинается с легкого все, а сейчас просто трэш. Кровотечение. Ай, Блэк Манта сейчас, наверное, погибнет. Потому что кровотечение висит, видишь? Нифига он там кусается, блин. Не, Бэтмен, мы, нам тут, к сожалению, не справиться с ними. Видимо, еще слабенькие. Сейчас от кровотечения отдуплится. Да, дефит. К сожалению, друзья мои. Вот так вот. То есть у нас есть и здесь, и там. То есть уже есть какие-то ивенты. Это, кстати, круто, ребята. Это очень круто. А мы попробуем. А это что такое? Что-то я не понял, что-то выбрал. Угу. Дедшот. Куин. Эть, и все, да?
А, тут... Можно Супермена получить. Здесь можно вот этих вот получить. А здесь... Попробуем. Тут, по крайней мере, дают способность... Возможность за кристаллы, ребята, юзать. Правда, дают какую-то... О, да! Получили мы эту гориллу. Горилла Грот. Угу. Хантресс. Бэт Герл. Пять женщин-кошка. Амазонка. Пять амазонка. Да ё-моё, блин. Бумеранг. Огнеметчик. Эх. Не дали. Так, а вот это что у нас? А, это... Почему не даете это мне? Сундучок последний. Слушай, ну то, что вот эти вот у нас есть. Активация, да? Что мы можем... Пять карточек. То есть мы можем с тобой повысить на 2 часа. Надо будет, когда я буду играть, я там, не знаю, за кадром, не за кадром. Повышение монет на 2 часа. Вот это вот нужно будет все использовать. Сундук. Сундук я получил. Это в процессе. Это что? Это новое у нас что-то, да? 50 каких-то дверей открыть или что надо, я не знаю. 50 дверей. Так, давай глянем. А что вот с этими шмотками? Это просто вот мы одели, а потом мы их можем, наверное, как-то улучшать, да? Я так понимаю. Лучшие типа надели. 2571 у нас мощей. Не хочу я на тебя ничего одевать пока. Ну что, попробуем вальнуть еще разочек босса. Как думаешь, сможем победить? Так, это где? Вот здесь, насколько я помню, заходить надо. Evil File. Нет, здесь я ничего не смогу приобрести. Характер. Может быть, нам... Блин, Black Manta трехзвездочный. Естественно, надо брать четырехзвездочных. Еще попробуем. Менять команду будем? Наверное, будем. Или не будем? Давай попробуем так. Сразу ставим на третью скорость. Первую полоску здоровья мы отнимаем более-менее еще быстро. Ну это как он шпарит, а? Сразу половину здоровья отнял. Эй, Black Manta вообще ничего не наносит. Вообще никакого урона практически не нанес. Так слишком как-то быстро аж мельтешит все. Это вообще должен быть впереди стоять. Куда он? Почему стоит сзади? Вот его надо было, наверное, ставить сюда. По центру. Потому что он любитель бомбить почему-то. Именно по Starfire. Угу. Я не могу понять, почему Капитан Фрост не делает эту... О, только хотел сказать, защиту. Все, сделал он ее. Так, ну что, еще одна минус полоска жизни. Сейчас отнимет. Он вытягивает ДНК. Почему-то на нее... О, повесил защиту. Молодец. Он, по-моему, на третьей полоске начинает лютовать. Хорошо, мы ему сейчас тут наковыляли, посмотри. Начинается, да?
Он все ДНК потратил, весь супер удар свой растрезвонил. Сейчас будет копить опять. Давай, 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 защиту. Фростик. Да вы били бы супер ударами мощными-то. Вот, молодец, давай. Так, ребят, последняя полоска здоровья у него. Видишь, вытягивает ДНК. Оу, ядерный взрыв, или что это? Он восстановил себе все ДНК. Он сейчас будет делать эти свои вшивые удары. Я же помню, как в тот раз он начал там серию ударов этих бомбить. Блэк Манта почти готов. Старфайр тоже почти у меня погибла. Если он сейчас сделает свой суперудар вот этот вот мощный, то нам не выиграть его будет. Но я не теряю надежды. Ух. Твою налево. Ну как, ребята, ну как вот можно здесь... Ну как, твою налево, ну... Чуть-чуть нам не хватило, блин. Вот угрюмый-то, а, балабол несчастный. Сколько у него? У него 14500 хп, этих, не хп, а... Мощей, блин. Да, друзья, да. Что я могу предложить? Качаться нам надо, вот что я могу тебе предложить. Иначе невозможно, ребята, его выиграть. Что, все? Вот. Добыча получит, там еще долго. А как же вот следующую-то комнату? Где взять чертеж? Нифига тут. Это еще кто такой? Да, вот такие вот, ребят, пироги. Ну что, друзья, я думаю, что на сегодня мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!